Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить PAL World. На самом деле, я не знаю, насколько это целесообразно дальше его проходить. Сюжет до сих пор за сколько? За 7 серий я не увидела. Может, я, конечно, слишком медленно иду. Это не исключено, потому что я как бы в каждую, не знаю, в каждый уголок пытаюсь пролезть и зачем-то делаю кучу заданий, хотя могла бы просто идти, исследовать мир этот, да и все. И фиг бы с ним, да? Но ты можешь хоть немного не лагать, но... Но, anyway, тут... Anyway, тут сюжетка, я так поняла. Ну, прям мизерная, так сказать. Не то, чтобы это сюжетная игра вообще. Можно мне карту и... О! Вот там. А ты можешь бежать? Что с тобой? Приехали. Что происходит? Я не знаю, есть предположение, что на... Что ты такое делаешь? Почему только что прогрузились? Есть предположение, что она лагает из-за того, что это ранний доступ, но я надеюсь, что это так. Во всяком случае. Да, ты видишь? Она тупо прогружается, пока я иду. Да спасибо большое. А что, так можно было? Где тут штука эта? Вон там вот. Я хотела сказать, что насчет базы я все-таки решила, что не буду трогать свою базу, а просто, когда у меня будет возможность, или я это уже говорила, я не помню, когда у меня будет возможность, я просто сделаю себе вторую. Ну, не знаю, говорила я это или нет, пойду возьму, чтобы там не лежало, иду брать. Сейчас будет какой-то еще босс-файт, потому что я пошла это брать, да пофиг, или не будет. О, сундук. А, это записка. День 3. Запись работает? Работает. Хорошо. Это прекрасно. Записки странника, день 3. Исследуя остров, я наткнулся на нечто похожее на древние руины. Неужели здесь когда-то жили люди? Я принялся расшифровать фрески на стенах, обнаружил способ изготовления этих удивительных сфер. Если использовать синюю руду, которую можно найти на этом острове, называемую Палзиум, в качестве катализатора, можно сделать сферу из простой древесины и камня. Этот рецепт я тоже запишу в устройство. Я нашел раненого Пала, который не мог двигаться в качестве эксперимента, катнул в его сторону сферу. Так мне удалось поймать еще одно существо. Понятно. Что это такое? Это нельзя взять? Как-то метку поставить. Метку можно? Вот, нет, убери метку. Убери это. Понятно, я не буду ставить метку. Ого, 500 монет. Слушайте, это... О, вот она. Вот сюда мне надо. Почему там нарисован недружественный знак? А ну, что это тут? А я хочу посмотреть. Подожди, там недружественный знак. Я не знаю почему, но я хочу глянуть. Че ты? Ты че такой недружелюбный? Что это? Что происходит? Комментировать надо? Это что сейчас было? Там был сундук, я видела. Извините, двери можно пробить? Я видела там сундук. Как тебя? Давай вот топором. Нет, с другой стороны. Там внутри стоит сундук. У меня есть несколько вопросов. На самом деле. Как мне туда попасть? Почему я не могу открыть это или разломать? Может быть, может, чем-то надо выстрелить? А, я знаю, что можно попробовать. Можно вот так попробовать, а ну иди сюда. Так, куда ты пошел? Не надо ни с кем драться. Давай, вот сейчас мы вот так сделаем. Так, не помогу. Все, забудь. Окей. Я не знаю, там есть сундук, а я тупо туда пройти не могу. Интересные дела. Может быть, тут где-то можно залезть или что? Я думаю, я еще сниму пару серий с этой игрой. Если
Не знаю, посмотрим. Напишите просто, насколько вам интересно еще ее смотреть. Стоит ли продолжать записывать? Я не уверена, если честно. Поэтому спрашиваю вас. Может быть, здесь как-то можно? Слезь. Как бы оно интересно, но лично я считаю, что для топов онлайна в Стиме, мне кажется, она очень переоценена. Типа... Опа, яйцо якось. Так по мне, она, конечно, такая, ну, прикольненькая, интересненькая, но лично я не понимаю такой огромный ажиотаж онлайна, и она переплюнула киберпанк в онлайне, и... Не знаю, для меня это кажется странным. Ну... Грубое яйцо. Почему оно грубое? Грубое яйцо. Внутри чувствуется спокойное шевеление для вылупления детеныша. Поместить яйцо в инкубатор, которого у меня нет. Как отсюда слезть? Что это в небе? Ладно, пофиг. Можно мне как-то... А, нет! Все нормально. Угу. Прикольно, что вот мне нравится, что лазить можно хотя бы как угодно, ну, пока у тебя есть выносливость. Это хорошо, это плюс. Я уже прошла куда-то... Опа, бронзовый ключ. Я уже где-то лажу, вообще не там, где надо, на самом деле. Ну, ладно, это уже... Башня отряда браконьера. Ух ты, какой красивый. Танцор равнин. Левел 11. Че, думаешь... Еще. Да, ну я как-то... А, мне, кстати, сказали, что можно свой лут вернуть, если вернуться на то место. А я, короче, себе уже все новое сделал. Слушай, а ты прям что? А может? А может, да? Чине? А может, да? Да ты еще хп, ты шо? Подожди, ты сейчас то. А может, да? Чине? Да. Чине. Не знаю, правда. Но он на меня не нападает, как бы. Но. А, какого я уровня? 50-го. Блин. Он. Блин. Может, да? Чему же не? А давай. Я делаю херню, я пожалею об этой херне. Я делаю херню, о которой я пожалею. Я тебе точно это говорю абсолютно. Я пожалею. Стой, ты куда? Вернись! Стой, 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 подожди, не убивай его, не убивай его. Вернись на место, не убивай его. Он упал и снес себе хп. Почти все. Куда ты упал? А вон он. Офигеть. Офигеть. Ты прикинь, я тоже себе сейчас снесу хп, если упаду. Давай я не буду сильно падать, я чуть-чуть упаду. Типа вот как бы упаду, но не совсем упаду, знаешь. Упаду на пол... Твою. Вот как-то упаду, вот так, чтоб не сильно. Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, отмена! 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 Не убегай от меня. Секунду. У меня нет хилок, но это не важно. 100 хп, прикинь. Куда ты побежал? Грыбать, он тупо шлепнулся. Шмякнулся, чел. Офигеть. Нет, нет, не то. Ладно. Но. Тихо. Ёпты. ХП отхильте, пожалуйста, меня. Ради всего святого. Где он хоть делся? Стой, я понимаю, что я побежал в драку, там все дела, но... Я хочу его живым, как бы. Но умирать я не хочу. Да-да, я попаду в тебя. Юг. Не попаду. Не туда. Но, 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 но,
Хилься. Давай мы с тобой отхилимся. А отхилиться, ну, не получается, дело в том, что... У меня хилок нет, поэтому не получается. Где он там? Ага, стоит. Ну, хорошо, стой. Ну, позиция хорошая, знаешь так. Если что, я молчала. У меня просто рот от ужаса открывался. Я тебе просто... Тебе хамбец. Тебе хамбец. Я верну сейчас все свои вещи. Я заберу все свои долбанные вещи и приду к тебе. И поверь, тебе не понравится, когда я к тебе приду. Тебе не понравится эта херня очень сильно. Ты не будешь, блядь, доволен. Смотри, я прям здесь. Хорошо-то как. Хорошо-то как. Смотри, сколько. Вот, все мои вещи, пожалуйста. Шикарно. Взять все. Взять все можно? Забрать все, да, можно. О, хорош. Тебе хамбец, я тебе так скажу. Где ты есть? Где он есть? Подожди, это не все, это не все мои вещи. А, вот, надо их поставить. Блин, вещи можно вернуть, это супер круто. Прям отлично. Где ты есть? Где эта метка? С той стороны. Да блин, да темно. Я не хочу, чтобы было темно. Хорошо, что вещи можно забрать. Это жесть. Это жесть. Где он? Да где это, я не понять не могу. Там, с той стороны, поняла. У меня есть... А у меня нет. Вот, блин, ну, значит, надо идти домой. А он отхилится, интересно, или нет? Ладно, не знаю, отхилится ли он, но мне нужно пойти домой, потому что темно, и лучше мне. Стой, не давай не падать так, чтоб... Я ничего не буду говорить, но это хорошо, что, оказывается, вещи сохраняются. Значит, я могу пойти забрать свои те вещи, которые как бы до этого были. Получается, да. Могу забрать свое. Я заберу тогда. У меня там нормально так. Вещи было. Ну все, хамбец вам. Скажи мне, хрен ли ты тут лежишь? А можно вас... Можно вас взять? Сори. Взять нельзя, видать. Ты что делаешь? Да пофиг, что ты делаешь, ты. Россия, вручная, сбор, производство, транспортировка. Ну вот это вот хороша. Вот это хороша. Я бы ее поставила даже вместо... А вместо кого я бы поставила? А блин, а вместо кого? Я не знаю, мне не вместо, ну нету, пусть лежит. О, хорош. Так. Производите стрелы. Тут. Поставляю то, что
О боже. Дикие палы. Людоеды. О боже, звучит дико. Где они хоть? Это далеко. Что ты делаешь, чел? Вернись. Ты должен помогать мне не с этим. Ладно, они еще далеко, поэтому я... Оба. О май гад. Оба. О май гад. Оба. О нет. Ух ты, красивый волк. Волк, я хочу волка. Где волк? Вот он, побежал. Вернись. Стой, 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 не умирай. Да ладно ты, зачем его убил? Вернись на место сейчас же. Ой, это мой, что ли? А, ой, нет, не мой. Я хочу вот этого, я хочу вот этого. Да почему я не... Я не понимаю, почему я не могу вловить. Я нажимаю, зажимаю Е. Правильно, я зажимаю Е. Но оно просто... Оно не ловится. Ладно. Пофиг мне. Сейчас положу на место то, что мне не нужно, и пойду дальше. Мне отсюда не нужно. Ну, вот это можно положить, я думаю. Так, тут что? Камень. Почему тут камень лежит? Почему вы ложите, кладете не то, что куда не нужно класть вообще? Вы... Кожа. Ну, как кожа, кожа, это, конечно. Один с собой можно таскать. Угу. Тут что? Тут яйца лежат. И вот эта вот штука. Да блин, я постоянно все путаю местами. Путаю. Давай не путать. Так. Так. Тут. Во, вот, вот так вот все правильно. Вот сейчас все правильно, хорошо. У меня все живы. Вы что, еще с кем-то деретесь? С кем? Нет? Ладно. Боже, ей-богу. Я за тем, как происходит вот это вот все, я забываю, что я хочу сделать. Мне надо забрать вещи, во-первых. Во-вторых, мне надо пойти к этому челу, который вот этот вот здесь. Да, мне туда. Я все, я пошла. Я пошла, не буду ничего делать, ничего тянуть. Я побежала. Сейчас только. Пошла. А может, на него нужно для больших-то? Нет, это вроде обычный пал. Ну, ладно. Сейчас опять помру, смотри. Где ты? Где метка? Там. Угу. Куда я побежала? Вон там стоит сундук. Как сюда попасть? Мне надо как-то эти двери пробить чем? Огнем каким-нибудь? Огненной... Не знаю, чем. Чем-нибудь. Вот, блин, а мне ж на ту сторону. А есть какой-то быстренький путь, чтобы я не бежала по камням, не лезла 10 миллионов лет? Наверное, нету. Ладно, буду лезть. Да нет! Спасибо. Давай, набирайся. Угу. Так. Где он? Покажи мне его. Вот прям где-то здесь.
Так, стоп, а его здесь нет. А, это типа его априори место, но он как бы упал, и теперь он, походу, где-то там. Где-то там. Где-то где? I'm so sorry, где он есть? Да ты издеваешься. О! Сколько хп? Целое! Полный! Фуловый! Это нет. Ну, конечно, ну да. Взял себя в руки, так сказать. Ну, ползи уже, пофиг. Капец обидно, слушай, обидно, капец. Прям вообще максимально обидно. Ну ладно, пойду заберу свои старые шмотки. Где-то они должны быть. Ну, точнее, я вижу как бы крестик. Подожди, это случайно не назад крест? Нет, это туда. А, ну да, вот близкая. Надо забрать. Не знаю, зачем мне старое оборудование, например. А можно продать его? Может быть. Может быть, да. Угу. Я полагаю, мне нужно как бы с боссом справиться в конце-то концов. Но... У него долго. Большое яйцо тьмы. Я, кажется, даже знаю, кто из него вылупится. Это что? Статуя пала. Зачем? Что за статуя? Зачем она мне нужна? Приехали. Зачем мне статуя пала-то? Не знаю. Ну, чтоб была. О, вон там мои вещи. Как-то тихо. Максимально. Угу, прекрасно. То есть ты хочешь сказать, что по сути я могу сюда заходить по КД и типа... Угу. Ого. Ну, не то чтобы много потеряла, но... денег много, это прикольно. Денег много, это хорошо. А, погнали, пойдем куда-нибудь откроем еще что-нибудь. Куда-нибудь, что-нибудь, ну типа того. Куда-нибудь вообще в эту сторону бы пойти. Надо перемещалку, вот она. Не, левел 13, я сюда не пойду. Нет, я, наверное, сначала отнесу на базу себе вещи, которые у меня ненужные, а потом пойду... куда-нибудь. Вы в порядке? Огненный стрел может сделать. Нет, подожди, стоп, никаких огненных стрел. Мне ж надо тут что-то было сделать. А что мне надо? Устроить объект средневековый стол фармацевта и качественный верстак. Да вы гоните. Да вы гоните. Окей. Технологии. Качественный верстак. Окей. Мне нужны гвозди. Гвозди как сделать из металлических слитков? Прекрасно. Металлические слитки как сделать? И металлические слитки сделать-то.
Боже. А, печь. Вот, вот здесь. Вот тут. О, металлическая руда. Хорошо, я сделаю вот это вот. А кто-то будет это делать? Требуется умение разжигания огня. Разжигание огня. Я знаю, кто это нужен нам. Я знаю, кто нам нужен, но дело в том, что я не могу его сейчас сюда положить. Некого убрать. Кто-то тут не работает из вас? Все работают. Ну ладно, пофиг, значит, потом. Побежала открывать новые территории. Может, палов каких-нибудь поймать новых. Как бы не может, а надо на самом деле. Ну, неважно. Башня отряда Проконьера Рейн. Да прекрасная башня, прекрасная. Мне нравится. Я просто хочу открыть себе вторую базу. Сначала, правда. А, поселение. Да-да-да-да. Блин, я же собиралась положить вещи на место. Ну ладно, пойду продам их. Да, давай, продать, купить, что у тебя есть? А, у тебя продаются... Не то. Юнивольт. Угу, понятно. Ну ты мне не надо, я иду к другому. Ой, да поселение как-то вообще подлагивает жестко. Не туда. А ты кто? Я с тобой не разговаривала. Добро пожаловать, незнакомое лицо. Ты откуда-то издалека? Отдохни хорошенько после долгого путешествия. Да, спасибо, мне вообще насрать как-то. Где этот чел, который продает? Вот здесь. Почему на нем... Ладно. А что ты продаешь тут? Может купить медикаменты? Ну, когда на босса идти, то точно нужны медикаменты, конечно. А вот прям сейчас не знаю. Угу. Да мне так-то и продавать нечего. Ну, вот так и все. И пока. До свидания. Всего хорошего. Так, и я пойду в... Ну, куда-то направо. Куда-то направо. Мы там не были. Я пойду куда-то направо. Ух ты, я с вами тоже не говорила. Или говорила. Да пофиг. Правда. Я просто пошагаю куда-то вот по тропинке в эту сторону и, да, как раз сюда. Красивый биом вот этот. Мне вот интересно, когда я убью босса? Мне откроется сразу следующий? Или они, в принципе, априори открыты сразу, просто их надо обнаружить, найти как бы? Ну, я так полагаю, что первое, как, куда нас привела метка, ну и обучение, собственно, до сих пор. Что это? О боже, что это? Ладно, 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 все тихо, спокойно. Это ранний доступ, это ранний доступ, Лера, не нервничай. Они же буквально только что появились. Да, я вижу вот эту штуку, а зачем оно надо? Зачем оно нужно? Что это дает? Так, с этой стороны я что-то ничего не вижу. О, вот туда надо. А я смогу перепрыгнуть? Оба, смогла. Мне бы еще повыше, знаешь... На этот мост или что это? Боже, симулятор, симулятор. Да-да. Симулятор лазанья по скалам, так сказать.
Давай еще выше. Ого! Да подождите, куда, блин? Кого? Я даже к вам не могу подойти. Я вот где, а вы где? Приехали. Давайте я залежу хотя бы. А знаешь что? Давай покушаем. Что-то у меня такое есть. Куда? И пропадает. Да ну, всего почти одинаково так-то. Оп. Они там с кем-то дерутся, смотри. Сейчас я прибегу, подождите. Вопрос, почему я не путешествую на своем ездовом пале? Ну, потому что я половину времени лажу по скалам, чтобы не обходить миллион дорог, а просто пролезть. Поэтому нецелесообразно немного, наверное. Если бы у меня был летающий, вот это другое дело. Это хорошо. У меня нет летающего. Боже, дайте мне, пожалуйста, уже туда как-то пробраться или что. Мне кажется, что это... Да нет, наверху они были, наверху. Фух. Ну реально, ползаю как не в себя. Угу. О, во-во-во, вот, это оно. Вам хомбец, наверное. Ты чуть-чуть промазал, я тебе так скажу. А, что за бокс из него выпал? Да блин, я не пойму. Прострелила колено маленько. Ого. Стрелок. Не очень-то ты стрелок, я тебе так скажу. Да почему не попадаю, как попадаю? Ты чё? Как отменять? Примитивный патрон. Вау, офигенский. Спасибо большое за патроны. Патрон, монеты. Тут. Они ежиков. Патрон для штурма. Да, а где мне оружие взять, ты мне скажи? Наверное, его нужно изготовить. Наверное. Слушай, ну я тебе, конечно, могу открыть. Мне, в принципе-то, и не особо надо. А могу взять с собой. А, он автоматом берется, все понятно. Я забыла об этом. Опа, яйцо. Это я беру. О, ого! Ого, а что это? Смотри, 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 там что-то есть. Там что-то золотое. А ну стой, подожди, а где это там? А, вот это вот, наверное, оно. Я не знаю, что это, но это, походу, оно. 23 уровень. Ну, понятно. Ясно. А их уровень подстраивается под мой или нет? Или от местности зависит? Вот этого я не поняла. Так, пошли. Увидела там опять эту зеленую штуку. Я не совсем понимаю, зачем эти статуи, перестатуи, что это там такое. Но я просто побегу по тропинке. Хочу себе открыть как можно больше область карты, но хотя бы так. Хотя бы... Ух ты, вот эту собачку надо. Почему? Почему не получается? Вот. Отмени. А если так? Я ничего не делаю тебе. Ты чё такой агрессивный? Да вы чё такие агрессивные? Да, бля. Боже.
Слушайте, отстаньте, я просто хотела, я думала взять, типа, где? Да вот, я не понимаю максимально. Это жесть, я не понимаю, почему, что я делаю не так? Пал сфера. Мне нужно их убрать, что ты хочешь от меня? Короче. Пока. По какой причине я не могу? По какой причине я не могу взять то, что я хочу? Я начинаю, вот я зажимаю. Это жесть. Нет, правда, это жесть. Что? О, что? Вот что? 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 Не Денджер. Это я Денджер. Я в опасности здесь. Как тебя взять-то? Я просто максимально не понимаю, правда. Я максимально не понимаю. Ладно, я просто побегу и все. И... А, приехали. Это что? Тут тупик, извините. Тупик? Боже мой, слезь, пожалуйста. Это не то, просто я не... Я в чё? Чё? Чё я... А ну стой, подожди. Дайте мне, наверное, секунду, стоп. О, господи, боже мой. Я так сильно тупила. Так сильно. Это... Я забыла, что бросать эту фигню нужно не на Е, а на Q. О, боже. О, господи. Я так сильно протупила. Очень-очень сильно. Звезды прикольно. Залезь, пожалуйста. И так тошно. Блять, это пиздец. Это сильно. Это очень сильно, очень-очень плохо. Очень-очень. Это трындец. Я ничего не вижу, мне надо как-то отсюда вас валить и... Спрыгни. Спрыгни. Нормально. Да, я знаю, что у меня снаряжение повреждено. Это понятно. Это все прекрасно. Это отлично, я бы сказала. Все супер классно. Мне пофиг. На самом деле, я очень сильно горю на себя, потому что я так сильно протупила. Это жесть. Это жесть. Боже, как можно было забыть об этом? Но я как бы... Мне дошло, что что-то не так, что я что-то не то нажимаю. Но я никак не могла вспомнить, что именно. Поэтому мне пришлось залезть в управление. Мне бы найти как-то перемещалку. Или что? Ух ты! Шанс поимки 0-1. А так? 0-15. Прикольно.
Что, прям правда? А чего 0,15? Ну, типа, 3%, смотри. А может психануть и попытаться поймать? Не-не-не-не, это фигня. Не-не-не, подожди, это фигня, не надо пытаться никого поймать. Вот эту можно попробовать поймать. Ну, втихую поймать это, конечно, хорошо. 12% не факт, что я смогу, и на меня накинуться тогда всем отрядом, да? Двенадцать-то, блин, а может попробовать? Не-не-не, подожди, 12% я не смогу, нет. Нет. Ладно, нам надо на самом деле заканчивать. Я думаю, давайте на этом прямо остановимся. Тут темно, я ничего не пойму, куда идти. А, все, поняла. Угу. Я могу, короче, пройти вот, вот сюда. Там обследовать еще карту. Но все-таки перед этим давайте закончим и смотрим все в другой серии. У меня, правда, снаряжение еще починить. Да, такое. Такое. Ладно, пускай будет так, короче. Получается, спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.